чтобы стать противником. Единственный новый поставил, цвет другой. Ну прикольно, короче. О, конкурс, знаешь, как сейчас делаю? Так. Сейчас, я сейчас Олега противник, ой. Вот, я думаю, сейчас вместе полим, я должен строить, но вместе с ярусами. Нет, лучше, ну, бери не пьяну, значит. Только потом, короче, полетим на вертолете, и ты на банковский счет не забудь поставить. Положить, точнее, деньги. Что? Ты на банковский счет деньги не забудь положить. Так, подойди еще раз. Вот я дом. Ты в доме? Да. Давай, я тебе жду около дома. Заходи в гараж, короче. Я зашел. Садись в тачку свою. Захожу. Нажимай два. Что нажимаешь? Два. Нажал. И подъезжай к этому, к выходу и нажимай Х. Ну, чтобы посигналить. Привет. Привет. Где? А ты выезжай. О-о-о-о! А это моя леди теперь, да? У меня дверь открылась. И что? Поехали за мной, короче, едь. Едешь, да? Да. Стой, стой, стой! Остановись-ка. Сейчас я GPS поставлю, поедем. Я чуть-чуть не сбил. Все, погнали. Он мне дверь сломал. В смысле? Понятно. Олег в сигнатуре на Элеге. Ты как всегда Элеге быстро. На Элеге легче дрифтить намного. Что, ты куда поехал, ты пил? То, что у него задний привод. И что? И то, он не дрифтит легче поехал. Нифига ты машинный механик. Вот здесь, у меня такой топ-дрифт. Там нужно настроить так, чтобы машина дрифтела. Ой, ну как топло. Не, Инфернус на самом деле мне больше нравится, чем Леги, но если Леги... Смотри, я дрифт. Смотри. Опа! Я два скоростных. Угу, молодец, заметно, не снесёшь, не снесёшь. Еду. Дурак, ты где? Куда ты поехал? Я здесь. Алло. У тебя кикнет, походу, да?